Так, здорово, ребят, я вкратце быстро хочу сказать. Этот Dream Team, на который я говорил, что, мол, типа, очень интересная фигня, чё кого, работала до поры до времени. Теперь она всхлопнулась, и нихуя ты туда не зайдешь. И бабки не выведешь, и ни хрена. Логин я пытался восстановить, и все остальное, ни хрена не получается. Короче, в чем суть? Успели зайти, успели вывести, красавчики, не успели, не вводите. Не вздумайте создавать новый аккаунт и сейчас заходить. Потому что они поняли, что могут зарабатывать. Вон я даже написал, подскажите. Но типа, ни хрена не могут подсказать, ничего не отвечают. Вот. Короче, если зашли, вывели, красавчики. Если думаете сейчас заходить или нет, не вздумайте заходить. Вот прям не вздумайте. Все эти рекламы, все это лишь проплаченный обман. Я когда заходил в это все, я прекрасно понимал, что я могу проиграть. Я проиграл. Все. Я к этому отношусь нормально. Вот. Так что смотрите.